Приветствую всех-всех, кто случайно зашел на мой канал и, конечно же, постоянных моих зрителей. У нас новая прогулка по Риму. В 17 веке Рим становится чарующе красив. Он преображается новым стилем – барокко. Именно в этот момент Бернини талантливо украшает город своими шедеврами. Именно так вообразил питьевой фонтан Бернини. Хотя еще в те времена делали питьевые фонтаны из саркофагов и масок. Бернини же изобразил фонтан в виде огромной раковины, а в воду фонтан поставляли три маленькие пчелки. И это не просто декорация. Пчелы говорят нам о заказчике фонтана – папе Урбане VIII из рода Барберини. А пчелы – это геральдический знак семьи Барберини. 200 лет фонтан простоял на углу между площадью Барберини и улицей Систина, которая ведет к Испанской площади. Потом он стал помехой для дорожного движения, и его демонтировали и отправили на хранение в склад. И только через 50 лет о нем вспомнили, провели реставрацию, и в 1920 году фонтан уже установили на углу между площадью Барберини и улицей Венето, где он сейчас и стоит. По соседству, в центре площади, возвышается еще один фонтан Бернини – фонтан Тритона, который ни с чем не спутать. При выходе из метро Барберини вы попадете на площадь с этим замечательным фонтаном. Четыре дельфина держат на весу герб рода Барберини и огромную раковину, на которой сидит Тритон, и выдувает из другой раковины струю воды, направляя ее в небо. Герб Барберини с пчелами. Прогуливаясь по Виа дель Тритоне, которая отходит от площади, с правой стороны находится огромный магазин Риношенто. Цены там, конечно, заоблачные, но я вам предлагаю зайти туда. Поднимитесь на самый верхний этаж, и вы сможете полюбоваться Римом с высоты. А также можете выпить аперитив. Но не спешите уходить. Спуститесь теперь на самый нижний этаж, и вы увидите акведук, который обнаружили при строительстве этого здания. И его, конечно же, сохранили. В магазине Венки можно попробовать вкуснейшее мороженое. Давно я сюда не заходила. Если вы любите мороженое, вот вам адрес этого магазина. Часто на домах можно заметить разнообразные таблички. На Виа ди Кампо Марцио написано,
что здесь в 1859 году жил Джузеппе Верди. Из окон слышались прекрасные мелодии композитора. Ну а если вы будете проходить по Виа Систина, которая находится недалеко от метро Барберини и ведет к испанской лестнице, на доме 125 можете заметить табличку «Здесь жил Гоголь». В центре Рима есть маленькие переулочки, как этот. Узенький переулочек с сохранившимися элементами Средневековья. Рядом находится одноименная площадь – Пьяцца делле Капелле, на которой находится Палаццо Бальдассини. Этот дворец был построен архитектором Антонио де Сангало-младшим в 1516 году и назвали его Палаццо Бальдассини в честь папского юриста из Неаполя, для которого был построен этот дворец. Виа делла Скрофа. Если перевести, то это улица Свиноматки. В 15 веке здесь была таверна Скрофа. Потом в 19 веке одноименный фонтан. Так получила свое название эта улица. А еще по этой древнеримской дороге возили строительный материал для строительства мавзолея Августа. Сейчас в Риме время цветения жасмина, и повсюду чувствуется сладковатый аромат. Посмотрите, какая красота! Велосипеды можно взять на прокат. С этой райской улочки, увитой жасмином, даже уходить не хочется. Дворец правосудия и мост Умберто I. Кстати, с этого моста получаются очень красивые фотографии на закате. В этом году май был очень дождливым. Вода в Тибре поднялась. С июня по август на набережной Тибра выставляют палатки ресторанчиков, магазинов, баров, аттракционов. И в летний период там проходит ночная жизнь с аперитивами, развлечениями и затяжными ночными ужинами. Но в этом году из-за плохой погоды римское лето на набережной начнется позже. Дорогой зритель, если кто-то из вас планирует поездку в Рим в середине июня и по август, возьмите на заметку это место. Здесь просто потрясающая атмосфера римского лета. Как только поставят палатки, еще раз пробегу по набережной и покажу вам это место. Мы тоже здесь часто бываем летом. От моста Умберто I до замка Святого Ангела тянется большой торговый ряд с сувенирами. Уверена, что каждый из вас хочет привезти из Рима какие-то интересные сувениры для близких и коллег по работе. Это идеальное место для выбора.
Календарь «Римские каникулы» на 2020 год с фотографиями из фильма. А это просто замечательный подарок для ребенка. В картинках показана вся история Колизея. Иногда бывает трудно объяснить детям, какой был Колизей, а здесь все наглядно. Ну а мне нравится рассматривать иллюстрации древнего и средневекового Рима. На этой картине мы видим Колизей и фонтан, куда когда-то приходили мыться после сражения гладиаторы. Сейчас же на этом месте остался круг, указывающий, что здесь был фонтан. Замок Святого Ангела и еще совсем не укрепленная набережная. Площадь Навона. Римский форум. И опять Колизей с фонтаном. Пантеон еще с колокольнями Бернини, которые в народе прозвали «ослиные уши». Разнообразные таблички на двери, а некоторые даже с юмором. Например, «Мамина кухня». Напротив блюда, приготовленного с любовью, не считайте калории. Здесь спит принцесса. Ресторан мамы и папы. Здесь не надо заказывать, порции всегда большие. Ресторан работает 24 часа. Обслуживание бесплатное. Мне очень нравится гулять здесь. Никогда не интересовалась ценой билета в замок Святого Ангела, а тут решила посмотреть на официальном сайте, и оказывается, что с марта по 4 июля 2019 года, если вы решите посетить замок Святого Ангела с 9 утра и до 11, то за билет заплатите всего 5 евро. А если с 11 часов и до закрытия музея, то 14 евро. Ощутимая разница, правда? Ребята, если кто-то в ближайшее время едет в Рим, возьмите на заметку утреннее посещение замка Святого Ангела. В Риме очень часто можно встретить вот такие картины. Поели туристы и бросили, а потом сами же и говорят, что Рим очень грязный.
Прекрасный вид на собор Святого Петра открывается с Виа делла Кончеляционе, с улицы Примирения. До времен Муссолини это был жилой район. Сейчас это широкая улица с видом на собор. С двух сторон улицы стоят фонари. Они подключены к ближайшему родильному дому. И когда они мигают, значит, на свет появилась новая жизнь. В это время родился ребенок. Я сейчас читаю замечательную книгу Альберто Анджело о соборе Святого Петра. Как только дочитаю, обязательно сниму для вас видео и расскажу про интересные факты, которые я вычитала из книги замечательного итальянского палеонтолога, натуралиста, писателя и телеведущего. День для прогулки я выбрала не самый лучший, вот-вот должен был начаться дождь. Но даже плохая погода не может испортить красоту Рима, а даже наоборот подчеркивает ее своим освещением. Так что гуляйте по Риму в любую погоду и не переживайте, что вам не повезло с погодой. До Аппиевой дороги, к сожалению, добираются не все туристы. Проживание в Риме стоит очень дорого, и поэтому многие туристы приезжают в Рим на 3-5 дней. Этих дней хватит только на осмотр самых главных достопримечательностей Рима. Аппиева дорога, хоть и считается очень важной в истории Рима, но на осмотр ее необходимо время, и немалое, а его у туриста катастрофически мало. Но, несомненно, все должны увидеть царицу всех дорог, которую построили в 312 году. Раньше в Риме в черте города запрещалось хранить покойников, поэтому римляне хранили за городской стеной, вдоль дороги. Гробницы были из мрамора и кирпича. Большинство из памятников не дошло до нашего времени. Их просто растащили, как строительный материал. Но некоторые гробницы и надгробные плиты все-таки остались, и мы их можем видеть вдоль дороги. Сама Аппиева дорога очень живописная. Сейчас на ней находится музей стен, который открыт для посещения утром, гробницы, катакомбы, церковь, в которой находятся последние работы Бернини, и следы Иисуса. Если вы располагаете временем, то обязательно составьте себе маршрут для прогулки по Аппиевой дороге, но желательно утром, потому что многие места на Аппиевой дороге открыты для посещения только утром, максимум до 13 часов. А на этом я хочу попрощаться с вами и пожелать вам, чтобы глобус вашей жизни крутился в нужную вам сторону. Мечтайте, и только тогда перед вами откроются все дороги и горизонты. С вами была Тати Рома и Рим Онлайн. До новых видео, друзья! Спасибо вам за просмотр и за лайк!